Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Сейчас мы выполним задание учебника математики для 2 класса. Автор Маром. Страница 79, упражнение номер 4. Эта задача, давайте ее прочитаем. 8 пирожков разложили на тарелке. По 4 пирожка на каждую. Сколько тарелок заняли пирожками? Итак, давайте посмотрим, что нам известно из условия этой задачи. Нам известно, что было 8 пирожков, и их разложили по 4 пирожка. Слово «разложили» мы можем заменить словом «разделили», то есть 8 разделили по 4. Чтобы узнать, сколько тарелок заняли пирожками, нужно 8 разделить по 4. Это получится 2. 2 тарелки заняли пирожками. В скобках мы записываем букву «Т» с точкой. У нас стоял вопрос, сколько тарелок заняли пирожками. 2 тарелки заняли пирожками. Это ответ. Записываем слово «ответ». Ставим 2 точки и пишем 2 тарелки. Точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.